Один из первых наших уроков – это ознакомление с YouTube. YouTube – это уникальная площадка. Она включает в себя огромное количество видеоконтента разных интересов и разных мнений. Политический контент, развлекательный контент, детский контент, спортивный контент и многое другое. Каждый из них имеет огромную аудиторию. Каждый из этих аудиторий имеет большое количество рекламодателей. Это важный момент, который вы должны учесть при построении вашего бизнеса. И также, если вы хотите стать блогером или каким-то современным автором в каких-то тематиках, либо путешествия, либо обзоры на какие-то различные продукты, либо техническое подмастерье, то YouTube действительно самый лучший вариант для вас. Мы постараемся в первом блоке рассказать вам все самое важное, что входит на сегодняшний день для человека, который должен в течение 1-2 дней понять весь функционал этой площадки, а самое главное, быстро и эффективно научиться им пользоваться, чтобы потом не возникало лишних вопросов. На сегодняшний день YouTube может дать для бизнеса очень важные моменты. Первое дело, вы можете засветить вашу продукцию в большом географическом масштабе. Если вы производите какие-то продукты или какие-то технические обеспечения, да любые вещи, которые возможны, YouTube позволит вам расшириться. Первым делом, снимая видеообзоры на вашу продукцию и публикуя их на вашем канале, вы привлечете и как партнеров, которые заинтересуются дистрибуцией вашего продукта, и как зрителей, которые захотят приобрести вашу продукцию. И это очень важный фундаментальный акцент построения нашего обучения, потому что бизнес в конечном счете на последних этапах нашего обучения должен быть полностью интегрирован в YouTube, и вы уже поймете, что без него, без этой платформы вы не сможете продвигать эффективно, выгодно и очень экономично ваши товары. Я расскажу вам пример, как мы смогли интегрировать наши бои и благодаря YouTube существовать на протяжении 10 лет. А самое главное, YouTube позволил нам выйти на новые рынки. Например, в производстве спортивного контента телевидение играет доминирующую роль. А на российском плацдарме телевидение не платит за покупку контента в большинстве своих случаев, особенно за новые уникальные форматы. YouTube позволил нам заявить о наших боях на весь мир. Мы получили огромную международную аудиторию. У нас около 2,5 миллионов подписчиков, из которых примерно 800-900 тысяч – это люди из разных стран мира, которые смогли увидеть наши бои, которые мы создаем у нас в стране. Поэтому я считаю, что YouTube – это главный инструмент для вас в создании ваших целей. Мы постоянно проводим время в YouTube. Примерно каждый день наши ребята тратят более 3 часов каждый день на то, чтобы модерировать контент, публиковать новый контент, отсматривать какие-то новые веяния, технологические доработки. А самое главное – работать с нашей аудиторией в комментариях, просмотрах и публикациях этих же самых видео с YouTube на других социальных сетях, чтобы люди могли больше увидеть в охвате нашу историю и подключиться к нашему основному каналу. Будучи вы продаете пирожки, это интересное видео, чтобы показать людям, либо кулинария, либо даже если у вас фермерство, где вы разводите животных, поверьте, вы всегда найдете своего клиента, который с удовольствием будет смотреть ваш продукт, потому что ему он близок и интересен. Это важный ключевой момент в YouTube. У YouTube очень интересный алгоритм поиска. Он постоянно модернизируется и постоянно адаптируется к вашим интересам. Поэтому, когда вы смотрите видеоролики, видите, что вам выплывает видео от других авторов той тематике, которая может вам быть интересна, это не просто так. YouTube изучает ваши интересы не только в самой YouTube-платформе. Google изучает ваши интересы в поисковых запросах, везде, где вы присутствуете, включая вашу почту, социальные сети, где вы находитесь, абсолютно везде. Новые алгоритмы позволяют интегрироваться в мобильные телефоны на базе Android и даже Apple. И на базе ваших интересов в мобильном телефоне, когда вы просматриваете браузер или социальные сети или другие приложения, Google вытаскивает оттуда информацию и преподносит вам наиболее эффективный и интересный контент, чтобы вы могли получить максимально быстро то, что вам действительно интересно. Это важный инструмент, который вы должны использовать и в ваших целях. Поймите, чем обширнее и разноплановее ваш видеопродукт, тем больше аудитории вы сможете охватить и привлечь на свой канал, тем самым захватив воронку продаж не только своих узких клиентов, а и клиентов из абсолютно других отраслей, что по факту является ключевым инструментом для быстрого прогресса, получения клиентов из других отраслей. Это как бы, по сути дела, вхождение в другие океаны. Интерфейс студии в YouTube выполнен очень интересно. Слева находится основная панель, в которой вы можете функционально передвигаться по разделам. А справа на основном поле экрана размещены ваши видеоролики, которые вы можете публиковать по доступной ссылке или назначать премьеры, а также загружать иконки, названия, описания и вообще работать с этим контентом. Это достаточно очень удобный интерфейс, очень простой, и вы буквально в течение 10 минут сможете после нашего видеокурса с демонстрацией экрана понять, как этим пользоваться и достаточно быстро войти в процесс. У YouTube есть потрясающие возможности, которые вы можете использовать для вашего бизнеса. Он позволяет производить вами видеопродукты
и публиковать их у себя на канале. Но что самое главное, если ваше видео актуально и очень интересно, оно может быстро выдвигаться в топ-поиски, в тренды, не только российские, но и мировые. Таким образом, форсирование вашего прогресса будет колоссальными масштабами. Главное правило всей этой истории – быть креативным, быть уникальным и не лениться в создании своих видеопродуктов. Творчество – это основа YouTube, и они всегда ставили на это акцент. Творчество позволяет вам создавать тот продукт, который может быть интересен вашему клиенту и зрителю в целом. Поэтому YouTube использует потрясающие инструменты именно для развития вашего контента. Все, что требуется от вас, это производство хорошего, интересного материала, не нарушая авторские права других правообладателей. А YouTube уже сделает за вас всю основную работу для того, чтобы нужный зритель получил доступ к вашему видеофайлу.